Всем привет, это МХЛ на коленке, и начинаем мы с не самой обычной темы – смены амплуа. Если вы подумали, что сменится ведущий этой программы, даже не надейтесь. Кажется, я тут надолго, и походу мои ноги в цементе. А, влип, очкарик. Это только аванс. Шутку про цемент придумал продюсер. В прошлом сезоне мы много говорили о защитнике стальных лисов Даниле Пятине. Кстати, в этом имени одна буква И. Не Даниил. Данил. Данил. Не Даниил. Ну так вот, а в этом сезоне мы будем говорить о нападающем Даниле Пятине. Наконец-то этот парень определился. Он сменил амплуа, и теперь он стал нападающим. Это один из самых результативных защитников магнитогорской команды, и в этом сезоне, в своем последнем сезоне в МХЛ, он наконец-то сможет посоревноваться с лучшими бомбардирами команды. А вот если бы голкипер амурских тигров Артем Мартынов решил сменить амплуа, скорее всего, его партнеры по команде были бы против. Давненько в нашей программе не было по-настоящему крутых вратарских сейвов. Будем исправляться. Но на каждый крутой сейв найдется свой гол-шедевр. Вы только посмотрите, что сделал Марат Хуснутдинов. Кстати, этот гол позволил СКА 1946 сравнять счет в матче с русскими витязями и впоследствии победить по буллитам. Марату Хуснутдинову осталось немножко отшлифовать этот прием, и, в принципе, Павел Дацук может уходить на пенсию, у него растет достойная смена. Я так и сказал в первый раз! Питерские армейцы снова победили и остаются единственной командой МХЛ, которая еще не потерпела ни одного поражения. Капитан, капитан, улыбнитесь. Давайте немного отвлечемся от дел насущных и немного помечтаем. Друзья, интересно, многие ли из вас мечтали прийти вечером домой и сказать маме: «Мама, я в хоккее». Мам, спокойно, я в хоккее. Мам, не волнуйся, я в хоккее. Мама, я в хоккее. Почему? Мама, я в хоккее. Мама, я в хоккее! МХЛ запускает новый видеопроект, который называется, не поверите, «Мама, я в хоккее». Первый выпуск как раз будет посвящен профессии хоккейного доктора. Смотрите его через час после окончания программы «МХЛ на коленке». И сегодня я буду пробовать себя в роли врача молодежной хоккейной команды «Кузнецкие медведи». Давайте вместе с вами посмотрим, насколько это сложно. Рабочие моменты. Сейчас все будет. Что я должен знать, чтобы помочь хоккеистам в случае травмы? Это для старушек. Ау, ау-яу-яу. Строгий врач – это залог здоровья команды. Вот здесь болезненность? Не, опять этой штукой не надо, больно. Когда вы меня будете учить зашивать раны? Не, бодрит, нормально, все. Значит, работает, значит, правда. Будем аккуратными. Интересно, каждая ли профессия вызовет у Михаила желание с гордостью сказать: «Мама, я в хоккее». Переходим к анонсам на эту неделю. 30 сентября и 1 октября УР Junior сыграет с сахалинскими акулами. 4 и 5 октября мощное восточное противостояние. Снежные барсы против сибирских снайперов. В эти же даты еще одна принципиальная серия. Белые медведи против омских ястребов. И еще одно столкновение команд, которые в этом сезоне проигрывают очень редко. 4 и 6 октября авто встретится с Ирбисом. 6 октября начнется дальневосточное дерби, а амурские тигры сыграют с тайфуном. Это была программа МХЛ на коленке. Смотрите молодежный хоккей, болейте молодежным хоккеем и обязательно ходите на трибуны поддерживать свои команды. Всем до встречи!